В Басманном районе отремонтируют довоенное здание. Это видеоверсия сайта «Моя Москва онлайн». Прямо сейчас расскажу подробности. На официальном сайте мэра Москвы сообщается, что в Басманном районе отремонтируют двухэтажный кирпичный дом 1937 года постройки. После ремонта в здании откроют коворкинг, офисы и переговорные, рассказал председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов. По его словам, дом расположен на территории объекта археологического наследия, территория культурного слоя немецкой слободы. Во времена Петра I в этой местности образовался новый административный и культурный центр Москвы. На данный момент постройка нуждается в капитальном ремонте. Леонов добавил, что у здания заменят водостоки, кровлю и ее ограждения. Также будут отремонтированы фасад, стены, а цоколь облицуют бетонной плиткой. На этом у меня все. Следите за новостями столицы и не только на сайте mymsk.online. Всего доброго!